Здравоохранение – одно из приоритетных направлений деятельности государства, ведь от его качества напрямую зависит здоровье граждан и будущее страны. Большое внимание уделяется и развитию медицины в регионах. Бобруйск в этом плане на передовой. Ежегодно обновляется инфраструктура лечебниц. Далеко за примером ходить не будем. Онкодиспансер. В прошлом году здесь появился современный аппарат «Мамускан». Уже второй, отечественный и, как утверждают специалисты, надежный. Конечно, основной акцент – делается на раннее выявление рака молочной железы. Почему выбрана эта категория после 50 лет? Потому что уровни заболеваемости в этой возрастной группе намного выше, чем в другой. То есть чем старше человек, тем выше риски возникновения рака молочной железы. Благодаря мамоскану можно выявить рак на ранней стадии и, соответственно, раньше начать лечение. К примеру, скрининг рака молочной железы в прошлом году прошли 1500 женщин. У трех из них выявили онкозаболевание на начальной стадии, а это значительно увеличивает шанс вылечиться. С вводом второго аппарата планируется увеличить число обследуемых до 3000. В Республике Беларусь проводится скрининговая программа. Это программа раннего выявления опухоли молочной железы. С этой целью используется метод обследования маммографии рентгеновской молочной железы. Во время съемки нас, конечно, в первую очередь интересовало мнение граждан. Вот, например, Елена пришла пройти обследование по направлению из поликлиники. По словам женщины, важность профилактики в ее возрасте очень высока. Чтобы исключить на ранней стадии онкологические заболевания и доброкачественные опухоли. Мне в скрининговом кабинете сказали, когда мне удобно, и назначили день. Вот я пришла сюда на обследование. Лучшего варианта борьбы с онкологией, чем ранняя диагностика, медики пока не придумали. В этом случае и результаты лечения лучше, и затраты меньше. При этом рекомендуют людям в возрасте 50+, проходить диагностику каждый год. И современное оборудование – идеальные помощники в борьбе за здоровье бобруйчан. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.